На кадрах видно, как неизвестный мужчина берет маленькую девочку на руки. Ребенок напуган и пытается вырваться. Вокруг никого. Мужчина остался наедине с ребенком на этой скамейке. Происходящее записали камеры видеонаблюдения. В нескольких метрах от этого места находится площадка, где нередко гуляют дети без присмотра родителей. По словам матери девочки, она поднялась домой на несколько минут. Четырехлетнюю дочь Любу она оставила внизу играть на детской площадке. Связаться с женщиной нам не удалось, но вот какая аудиозапись гуляет по социальным сетям. А мне домой надо, я поднялась. Я говорю, сейчас я поднимусь и спущусь. Я переоделась, прохладно стало, а меня уже весь чат дома ищет. Оказывается, он взял нашу Любу на руки, с ней там пытался играться. Мужчина моментально воспользовался халатным отношением матери. На помощь пришли соседи. Они заметили испуганную Любу, когда возможный злоумышленник уже вел ее в направлении магазина. Сначала он приставал к детям на площадке постарше. Они просто убегали от него. Он подошел к маленькой, сказал, что он пойдет ей купит в магазине конфеты, пойдем со мной, взял ее за руку, потащил. Мне кажется, что все-таки с такими детьми надо как-то приглядывать. Или хотя бы в окошко смотреть, что они тут на площадке. Происшествие взволновало весь район. Теперь родители ни на шаг не отходят от своих детей. Даже элементарно, даже со второго подъезда до третьего мы их доводим теперь, потому что страшно. Потому что не знаю, что произойдет. Мама девочки пока не писала заявление в полицию, но правоохранительные органы сами заинтересовались ситуацией. На основании выявленной в сети интернет информации о возможных противоправных действиях в отношении ребенка на улице Западный Обход, полиция Краснодара инициировано проведение разбирательства, в ходе которого будет проверена достоверность размещенных сведений. Личность и мотивы мужчины еще предстоит выяснить, но ситуация уже стала уроком для родителей. Екатерина Лелюх, Самир Гачаев и Татьяна Дубинская, Кубань-24, Краснодар.